Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус. Мы играем в Footman Wars Reforged на 24 слота. Новая карта. У автора карты даже есть сайт и Discord. И регулярные обновления. Вообще, вот пока все выпускают видео на хайпе, почему Reforged говно, или почему Reforged не говно, я ожидал, кат-сцены, Blizzard обещали, Blizzard не обещали, я продался, я не продался. Я наслаждаюсь тем, что, блин, Андрей, ты сейчас сдохнешь. Не этим наслаждаюсь, я наслаждаюсь тем, что я захожу в лобби, и там создано огромное количество кастомок. Я пока долистал до низу, там уже все игры стартанули, и я не смог нормально поиграть. Но это ладно. То есть, реально, очень много игр, футмены какие-то новые создаются, все это дело поддерживается. И, блин, ребят, я сейчас глянул, мы с вами играли на 26-м патче. Он обновлялся последний раз в 2000... Ну, точнее, 26-й патч вышел в 2011 году. А сейчас Blizzard, ну как бы выпустили кривой Reforged с вылетами и всякой фигней, но блин, они вылетают. Пойдем нападать на левых. Да блин, подожди, надо, чтобы драка сначала завязалась, иначе невыгодно. А мы с вами, блин, сейчас играем в Reforged, он обновляется раз в 1-2 недели, это же пипец вообще. То есть, ну для тех, кто реально вот любит Warcraft, типа нас с вами, то есть, блин, я играю в него большую часть жизни, блин. Это реально круто. Смотри, типа, мы просто потом не успеем. Да в смысле не успеем, они сейчас начнут драться. Сейчас кто-то еще заджонится, и мы в спину нападем. Блин, это же стандарт. Ты хочешь сказать, типа все футы сдохнут, что ли? Да нет, ну хотя бы... вон люди уже дерутся, получают опыт, а мы просто стоим. Ну давай вот сейчас на этих нападем. Просто если мы сейчас туда бы пошли, то эти бы нам ударили в спину, и мы бы очень жестко проиграли. У меня герой Херокиллер, им надо играть очень так агрессивно, противно, в корни постоянно кидать. Но я буду это делать, потому что вариантов других нет. Я даже сейчас качну атаку футам. Это кажется, что глупо, но на самом деле я буду играть фрифлов через атаку. И поэтому, в принципе, вот этот буст атаки вначале это не так-то плохо. А, кстати, что, кто-то купил тотем на... А, он, наверное, просто сейчас на КД. Слушай, а здесь что за версия футов? Здесь нету... А, есть магазины на базе. Так, блин, я героем отошел, но я молодец. Я пытаюсь просто понять, что как тут есть. Крыса, кричальщик есть тоже, кстати. И еще в этой версии занерфлены, наконец, АОЕ-спылы, блин. Ну, то есть, самое бесячее, вот эти вот постоянные АОЕ-заклинания, которые там Blizzard, молнии. Вот эти вот, которые я кидаю. Вот, да-да-да. Так что-то они ни черта не занерфлены, судя по всему. Не, так. Я, кстати, много нафармил, да. Ну да, я и говорю, не что... похоже на какой-то нерф крутой. Ну, значит, раньше еще было жестко. Блин, они там, они свиток юзают, ё-моё. Может быть, это понервлено относительно этой версии, знаешь, когда тут просто с одной волной все умирало. А сейчас как бы надо несколько волн. Они со свитком. Это отстойно. Я даже ману задрейнить не могу. Андрей бегает там в панике. Так, ну ладно, я еще качну атаку пару раз. Просто в честь будущих... Футов. Ты там, главное, хорошо поливай, чтобы все было. Блин, нас поливают просто в наглую. Я стараюсь. Чувак поливать. 7-го левела уже, блин. Надо мне его поливы, кстати, останавливать своими. Да, блин, что такой косой? Все. Хотя и так уже это заканчивалось. Причем он поливал не просто кого-то, а моих футменов, блин. Самое смешное, что мы каким-то образом их пушим. Так, это футы вражеские. У нас лучница есть. Блин, хатоап, лучница бесполезная. Да, я, блин, нажимаю shift вместо... понятно. Косой я. Тэчинг is now available. Но, к сожалению... А у тебя есть деньги какие-нибудь? Да, могу тебе дать денег. Да, дай, пожалуйста, я рефлоу сделаю. Тебе надо стоит. Найти еще там. Да, 24 слота запаришься искать, конечно. Так, надо всех, у всех ману выжигать, но очень неприятно на графике в Reforged, вот играть вот в это дело. Вообще не, ну, непривычно. Что-то конь этот противный. Да блин, ну давай уже выжги. А это мои. Блин, я своих футов отдаю, думаю, вот там кто-то нубас, а это мои футы. О, найс, я успел выжечь ману. Андрея окружили, нет, паника. ХП у меня маловато. Мне надо как-то сейчас как-то собраться. У нас есть сатир, который... Это, я так понял, сатир, который бьет по земле. Блин, сейчас я еще отдамся. Тут 170 хп, 160 хп. Меня Феникс там поджег.
Так, и надо сейчас апать атаку рифлам и просто фокусить героев. Я не особо это умею и не особо это люблю, но что делать, придется. Надо вон направо бежать. А что там? Там драка. У меня рифлы, блин, но я боюсь отдать своих рифлов. Ну, с другой стороны, что мне? Что мне делать-то? А, денег нет. Ну ладно, так, сейчас мы пойдем кого-нибудь поймаем и убьем. Блин, он выжил, а я нет. Ребят, прошлая игра закончилась весьма плачевно, поэтому пришлось ромыкашнуть. Мы, как оказалось, нубасы. Вообще плюсы всей вот этой вот штуки, что раньше, как мы играли, либо я играл, ребятам, ну, повторяли мою игру, либо если я играл не очень хорошо в эту карту, то, соответственно, просто, ну, то есть я смотрел, как кто тащит, и повторял за ним. Ну, то есть, и кто-то мне в комментах писал. А сейчас вот такая вот перемешивание, и я понял, что в футах, в принципе, ну, мы не супер крутые, по крайней мере, вот в этой версии, в которой мы играли первый раз. Вот это довольно интересно. Алхимик тут хиляет прям в толпе. Одно ваше слово. Ну и очень сильный архимаг. Написано, что понерфлены АОЕ спылы, но что-то вообще ни черта не понерфлены. К сожалению, версия новая, свежая, но баланса не прибавлено. Такое чувство, что даже хуже стало. Потому что, ну, например, вот в той версии, в которой мы играли, там, по крайней мере, Blizzard, он стоил дороже. Понимаете, в чем фишка? То есть он стоил, по-моему, сотку или что-то такое. А здесь также 75, то есть, ну, версия не супер сбалансированная. Но зато 24 слота. Ну и конечно, очень-очень как-то странно расположены игроки. То есть не везет тем, кто сверху. Ну, в общем-то, как мы вот играли в прошлый раз, это очень сурово для ребят. Потому что их просто щемят с двух сторон. Я думаю, что у нас щемили-то всегда? Это просто, ну, такой, так геометрическая карта расположена. Криво, да давайте уже мне. Ой, что-то я не совсем туда Blizzard завезл. Да, короче, я понял, в футах, в которые мы играем, там, походу, Blizzard еще и понерфлен. И здесь его тоже понерфили, но как-то не донерфили. Требуется моя помощь. Че, Андрей, ты как там? Нормально, у меня, ну, в целом все хорошо. Ты форсир. Все хорошо, кроме того, что ты слабый форсир. Да, да, слабый. Я уже почти 4-го левела, а ты? Я уже почти 5-й. Я бегал за манной, не считается. Ну, вообще, это, тут у нас опыт-то общий. То есть, то, что я Близзардом убиваю всех футов, это, ну, как бы... О, офигеть тут у чела. Просто миллион этих огоньков. Вот молнию туда фигани. Блин, моноберн, конечно. Вот моноберн нарисовали просто писец, конечно. Ай-яй, так. Ну, моноберн очень какой-то некрасивый, блин. Тосфорс first ball сделал. И не в нашей команде, гад. Так, меня тут хиляли, но я что-то ушел из-под огня. И здесь, кстати, очень такая довольно огромная карта. А, блин, КД. Да что такое? Меня прям щемит. Ну, это правильно, что щемит архимага. Так, ну-ка, мы сейчас вот этого убьем. Ну, он нубас и сейчас не отведет своего героя, да? Ха-ха, ну бат. Офигеть, он реально не отводит героя. Что с тобой не так, чувак? А не отвел. Отвел, гад. 6-й левел. Можно, в принципе, качнуть. Да не, я лучше ауру все-таки качну. Может быть, здесь какая-нибудь старая версия, и аура очень жесткая. Потому что, ну, в карте, если ты по умолчанию ничего не поменял, то у тебя стоит старая версия Варика. А в старой версии Варика аура архимага — это просто дичь. Что-то там за манной бегал, Андрей? Да. Правильно. Надо вообще крутиться около этого фонтана, где манны дают. Ну да, да, надо бы. Здесь какие-то големы бегают. И здесь драка вон, кстати, идет. Ну так я делаюсь. А, это твои, блин, а я тут все заливаю. Ладно. Убей этих орлов. Так как я их убью? Блин, да что-то я везде твои футмены. Я везде заливаю, везде твои футмены на самом деле стоят. Так, ты пешный в всяких случаях. Так, и лемы, живем. У меня куча хантресок есть.
Но... Так, ну мне бы на манну что-то, потому что постоянно проблема манны. Можно маску Соби взять, в принципе. Скорость генерации манны хорошая, плюс 50%, это будет сладко. А сколько она стоит? 250. Понятно, уже не сколько, ты купил. Нет. А, это не а я купил в Алхимика, ё-моё. Неплохо. А он контроль дал, гад, и я в него купил маску. Ну нормально, плата за контроль, чё? Так, ну я просто тогда лимит манны возьму себе. Ой, жесть, конечно. Какую грязь творит Архимаг, а? Не, прикольная карта, но надо... Тут у автора даже Дискорд есть. Надо ему написать Дискорд, что, блин, его нерф АОЕ спылов, походу, не в ту сторону. Написать в Дискорд как-то отстой. Не, ну я не такой злой, как Андрей. Дичь, конечно. Просто пипец. Как он нерфил? Он бафал еще... Ой, блин, тут Нага крутит, вертит. А вон она, гадина. Еще вулканы. Что происходит? Ладно, ТП что-то... Нас хейтят. Ты просто отведи юнитов и все. Ну, это, конечно, не просто, потому что двойное замедление. На меня слон заюзали. Да и ладно. Ухожу в тень. Что это такое, блин? Ты охотница, а не какая-то, блин. А она как будто сумочку Луис Виттон только что купила. У нее такой голос, блин. Так. Хан трески жарят. Че за големы бегают? Меня не смущают как-то. О, слушай, я центр занял, если что. Хорошо. Так, тут, блин, очень много диспельщиков требуется. Ой, сейчас будет хорошо. Ой, сейчас будет хорошо. Здрасте. Здрасте, я тут мимо проходил. Чё за дичь вообще? Ой-о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 й
файл кинули. О нет, пожалуйста. Не надо. Боже мой, просто на меня через атаку юнитов направляют. А может они думают, что ты этот маг? Если этот что-то спиной из меня ману сосет, этот убил меня. Что происходит? Ладно, я сдох. Я поклялась отомстить. Так, ну что, хантрески, пусть клянутся отомстить. У меня уже есть друиды-вороны. Надеюсь, что эльфы сильны в этой версии. Ну-ка, ну-ка, тут хитрый какой-то есть. Он хитрый, а? Хитрый сразу спрятался. Чуть какая угроза. Такова воля богини. Не, мне не нравится, как озвучены хантрески. Кстати, это, ребят, напишите в комментах, как вам вот озвучка. Сейчас многие пишут, я не знаю, ну, вот, я как бы стараюсь все оценивать максимально объективно. То есть какие-то моменты мне нравятся, ну, например, то, что можно собрать футмена на 24 человека, и из них там только небольшая часть зрителей, а просто куча... Ну, то есть раньше можно было собрать игру, только если я на стриме напишу, как бы, вот и все. И меня люди даже спрашивают, типа, а где ты играешь? И это, ну, было довольно иронично, потому что можно было поиграть только... у меня, по сути, ну, то есть, когда я собирал народ. Вот, а сейчас просто куча рандомных чуваков, с которыми можно поиграть. Но вот озвучка, я вот не знаю. То есть, кто-то говорит, что, типа, старая озвучка была клевая, поэтому ты сравниваешь с ней, а что-то близко к оригиналу. Но оригинал-то сильно хуже, чем старая озвучка, поэтому близость к оригиналу, это же не является каким-то плюсом. Поэтому я не очень понимаю вообще. Ну, типа, этот хорошо, а этот близко к оригиналу. Я вот этого аргумента, честно, пока не понимаю. Вот, ну, конечно, да, многие актеры умерли, но я думаю, что, в принципе, ну, как бы, просто, ну, взять Хардстоун, например, взять Хардстоун, то есть, Хардстоун озвучивали недавно, но, блин, какая озвучка, вот, например, вот эта моя любимая, вот эта вот женщина, блин, меня убивает,
3-4, которые вот тебя оценили. И при... Ну, блин, короче, куча клевой озвучки сейчас есть, и студия, ну, Blizzard ей пользуется. Так что я вообще не принимаю аргументов того, что, типа, ну, извините. Ну, конечно, не, вот, ладно, вот чел, который Анубарака, Фариона озвучивал, у него супер уникальный голос. Ну, такие люди, конечно, не каждый день рождаются. Ну, и то я думаю, что, может быть, есть сейчас такие. Ну, Рогвалд Суховерка, актер с нестандартным довольно-таки именем. К сожалению, он умер, ну, он просто старенький был уже. Вот, но, блин. Но, блин. Так. Ну, в принципе, честно, у меня иногда вообще пропадает в Варкрафте звук. Ну, в смысле, что у меня какая-то фигня со звуком. У меня одни и те же настройки стоят. Иногда супер громко слышно, иногда вообще ничего не слышно. Вот, и я особо даже не замечаю разницы, когда есть звук, когда нет звука. Ой, сейчас будет хорошо. Ой, сейчас будет хорошо, я говорю. Ать. Мы оба заюзали АОЕ спылы, и тут просто решит, кто именно добьет. Так, можно, кстати, масс-телепорт качнуть, чтобы... Да, блин, что меня так все бьют? Ну, понятно, почему меня все бьют, потому что у меня ОПшный герой, конечно. Так, и можно качать дриадок. Интересно, здесь есть дриады темные или нет? Ладно, мы не на Твиче. Здесь есть черные дриады, интересно, или нет? А те, кстати, Андрей, как озвучка? Ты вообще играешь со звуком, не? Ну, с очень тихим звуком. Ну, я, видишь, всегда играл без звука, поэтому... А сейчас со звуком. Мы такой, о, новая озвучка Варкрафта, да? Да не, мне как-то всегда плевать было на озвучку. А, нет, я сдох. Блин, надо что-то на ХП купить, а то я что-то слишком часто дохну. Дриады мне не очень сильно, я футмена пытался зафокусить. Андрей, тут молнии кидают. Чел продает. Панда, прям у нас этот, прям команда мечты. Наверное. Ну и, кстати, а то, что люди пишут, вот что... типа, ну, совсем не разобрать юнитов в толпе, более-менее уже разобрать. Единственное, некоторые эффекты очень стрёмно выглядят, типа там мана дрейна. Вот. Ой, больно. Вот, но то, что юниты супер детализированы и красивы вплотную, это, конечно, хороший простор для создания всяких кастомок, ну, типа RPG-шек. Я, правда, RPG-шки никогда особо не любил, но, в принципе, ради такого дела можно будет. Блин, куда бы залить? Ладно, плевать, никуда не залить. Что такое, Андрей? Я думаю, что купить, и не понимаю, что мне стоит купить. Ладно, куплю 10 силы. А зачем тебе 10 силы? Ты же умный. ХП. Так, а есть же талисман какой-нибудь на ХП там. Кольцо на 7, кстати. Кольцо на 7. Типа, если я буду искать очень долго... Айтем, да? Да, то это уже бессмысленно будет. Ты зажал меня, Вадим. Я улетел. Я тоже. Пришлось. А я причем улетел на своей ульте, потому что... Может, ты это, зальешь футменов этими? Ну ладно, потом. Каких футменов? А, своих, типа? Моих футменов, да. А, ну тут чел, блин, тут какая-то миграция у него. Ууу, жестко. Лучше, конечно, вражеских так заливать, наверное. Я не специалист. Так, главное, чтобы сейчас я когда пошел что-то покупать, там не было никаких там... Так, а что за корона? Что на этот раз? Что такое, Андрей? Банки не купить. Постоянно кто-то мешается. Кстати, кто-то сейчас прокачивается, так что надо тоже... Я просто чувствую, что мы сильные, но, может быть, мы не такие сильные. Точно не такие сильные. Точно не такие сильные, блин. Реально что-то с банками проблема. Так, есть барабаны. Ого, у тебя тут волков. Так, а барабаны чё? Дэмэдж на 15%. Ну и клёво. Нет, 13-й левел никак не получу. Уже давно с 12-м бегаю.
Так, надо чела зафокусить. А! Ой, тут что-то выход юнитов какой-то. Текс. Ой, тут 15 левела, это урон. Так, а что у меня здесь они стоят? А ты давай отходи, хиляйся. 13 левел дайте. Блин, вот этот Таурен сильный рядом. Из-за него нифига не выйти. Он станет даже уже... Ну, то есть герой у меня тонкий. Даже ему создают угрозы, хоть он не против героев. Так, сколько эта штука стоит? Блин, что-то так себе. 8 армора и 300 хп я купил. Не знаю зачем. Просто, чтобы чуть-чуть жить, короче. Все, ладно, я пошел за 13 уровнем. Причем пойду я вот чисто вниз, вот так вот таргетно. Все. Нормально, сейчас и бутылки купим, и заживем вообще. Дерево можно купить зачем-то. Ой, сейчас хорошо будет. Да дайте уже. Ой. Мне кажется, ты наших всех залил. Да блин, наверное. Да я пока дошел, блин. 5-2 рифлы тут. Ну, рифлов я вроде заливаю. О, найс, найс, наконец я. Ой, рифлы хорошо уходят. Ой, хорошо уходят. Главное, чтобы меня сейчас хиляло. А он хиляет. Здесь обомы подходят, блин. Ну, на обомов давайте триад отправим своих. Не, ну обомов, конечно, уже сложнее поджарить. Ну, это до Андреевских волков буду. Больно. Я кстати... вообще их вызвал, чтобы это, а не тебя дефлили. Да не, я случайно же, не специально, что все хейтим Андреевских волков. Так. Сейчас зальем тут. Хорошо. О, как хорошо легло. Я целый левел получил просто с одного заливона, но, к сожалению, отдался. Блин, что-то на хп бы купить. Тут же было что-то на хп хорошее там прям. Так, ладно, давайте искать на хп. Нас пушат. 30 сил и 100 дэмэджа. 750 хп. Ну, офигеть, я тебе говорил, залей моих футов. Сейчас столько денег отдадим. Да ладно? Ну да, плохо. Ну, 1005, наверное, не знаю. Ой, жесть какая. А, спасите, помогите. Сейчас главное, чтобы нас не убили вообще, 1005. А что чел не продает? Да блин, продавай. Че он не... Блин, там же деньги-то огромные. Че продавать? Ты хочешь сам за него продать, типа? Не-не-не, я не понимаю, что. Я тоже не понимаю, о чем ты просто. Ну, у алхимика продажа. Ну, он, наверное, кого-то продает. Мне ломают дом. Да ладно. Писец, а как так нас какой-то фигней вообще убивают? Так, надо наемников каких-то купить. У меня нет манны. А кто тут вообще? Большая черепаха. Так, диспел на С. А что тут диспелить-то? Так, все, я задиспойлил как минимум. Андрей, живи. А это ты? Блин, да. Блин. А. Ты жив там? Да, жив. Но это до следующего. Вот, все, мне кажется, нас пришли добивать. Живи, 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 архимагушка, пожалуйста. Я чиню тебя. Угу. И дракона надо чинить. Жесть, а это вражеские вообще? А это союзные, блин. Ладно, фух, все, я как минимум починил союзников. Я просто думал, что мы сильные, как-то даже чутка расслабился, а мы, оказывается, ни черта не сильные. Маны нету что-то вообще. Ну и лемы у меня вроде сильные.
Ух, офигеть, я так испугался. Просто 3 миллиона этих, 3 миллиона духов тебя гасили, блин. Я духов задиспелил, а где-то у меня и лемы были какие-то. А вот, так вот, прист. Есть прист. Прист что? О, прист кастует инвиз. Найс. Смотри, короче, могу на тебя инвиз кастануть, выйдешь, купишь бутылки. Надо? Нет. А тебе не нужны бутылки? Не, я сам справлюсь. А, хотя там все, я понял. Давай я кастану на тебя инвиз, ты что? Да не, нормально все, ща я... Ты самостоятельный. Так, все, я жив. И затарил эти. Тусфорс гадский. Дрэгон что-то сдох. Так, черепаха. Черепаха дает баф на атаку, но у меня такой и так есть. Так, мне нужен 15-й левел, по-моему. А, 16-й мне нужен. Тут черный Таурен уже у Тусфорса. Вот кого надо было брать в свою команду. Да они скидываются, наверное. Мы тоже, правда, скидываемся, но в меньших количествах. А кто? Чё вообще там жарит-то так? Это черный Таурен, так что ли? Ну а еще типа, блин, они когда пришли в прошлый раз, они очень много футменов убили. Это, конечно... Да-да-да. Это был фейл. Ого. Чувак. Там один черный Таурен под бафом вообще очень сильно бьет. Ну да. Он один сейчас сломает все. Не, ну не сломает, конечно, но больно. Я тут стараюсь, хилинг вард кидаю. А все, все остальные умерли? Почему на нас только... Не знаю. А это же разные, да, причем на нас нападают, походу? Да, я тоже не понимаю, как так получается. У нас основная движуха. Ну так на видос, типа. Основная движуха на видос. Черепаха спасите. Вот там талоны. Ну, трудности закаляют, что я могу сказать? Я уже закаленный, так что давайте. Можно раскалять назад, да? Да. И идите на другой респ. Закаляйте кого-нибудь другого. Это медуза долбаная. 23-го левела там круто. А сколько здесь было интересно максимум? Как в стандартных футах? Не знаю. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, 16-й левел, еее, это круто. Что, там есть дальше спылы? Сейчас, нету. А, ну то есть, по сути, я сейчас на максимуме. Ну то есть, там то, что я 3-миллионный уровень получу, это, в принципе, пофиг. Тебе нужно это, попробовать как-то прокрасться. Телепортироваться, что ли, или что? Не-не, убить где-нибудь, может, футы остались. А, да, у меня же тем более есть инвиз. Ой, купил банки ценой жизни. Так ты попросил меня, я на тебя инвиз бы накинул, там нету антиинвиза. А, там нет антиинвиза? Да. То есть я просто сделаю на себя инвиз и все. Сейчас я прокрадусь к кому-нибудь. Да ладно, ну иди, короче, попытайся залить каких-нибудь футов, чтобы нам хватило на черных дриад. Так, здесь что, здесь похоже. Или дриады это не за 4000 юнит. А, здесь вообще отсюда Тусфорс идет. Дриады за 13 тысяч. Ну, черные дриады. Ну, у тебя, ну хорошо, сколько тебе осталось накопить? Много. Лучше. Ну, как, ну, 1012, то есть не 13 точно, потому что 1000 я тебе отправил. Угу. Блин, что-то нет нигде никого. А как они уничтожают своих существ? Так, да, у них все улучшенные просто, а здесь всех убили. Ну можешь моих убить, футменов тогда. Да блин, чё никак... Здесь все тоже сдохли. Ой, блин. Да, ну и кстати, белый цвет в Варкрафте это очень сомнительная идея, если что. Блин, надо какой-нибудь... Купить этот неуязвимость какую-нибудь. А есть неуязвимость? Есть неуязвимость. Так, а вместо чего?
Вместо маны какую-нибудь куплю. Ну ладно, мы проиграли из-за форсира. Да, ну, форсир, конечно, так себе, но вряд ли из-за форсира. А мы уже Undead'а слили все-таки? Чего? Кого слили? Undead отдался наш. Ну да, да. Ты заметил сейчас? Да. Он... А может да, здесь есть? Да. Ну все, еще эти идут. Так эти-то не черные дряды. Да блин, пустите меня, пустите архимага. Может у них футы стоят? Если у них футы стоят, я под неуязвимостью тут столько залью. Какие-то, почему волки настолько слабее, чем призванные вот эти огненные? А где? Меня куда-то телепортировали в другую часть карты. Что произошло? Не знаю. Меня как-то принудительно телепортировали. Это что такое? А, кстати, вон, достаточно много людей уже вышло. Так я, да, тут целые базы пустые. Сколько осталось копить? Блин, да миль... Ну, 4000. Ну, вообще у нас чел есть продающий. У него одна голда. Не все а мне скидывает, гад. Он скидывает тебе, да, вообще так? Ну, да, 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 скидывает. Так, тут никого нет, да, снизу? Ну, чувак вообще супер полезный. Он мне скидывает кучу денег. О, черный туран. Ну да, конечно, у нас продажа черного таурона получает денег больше, чем я за всю игру нафармил. Блин, что же вы так отдаете-то? А вот мой приз все еще жив, кстати. Так, я загрел нас черных тауронов. Не знаю, плюс это или минус. Наверное, минус. О, блин, пипец, эти таурены. Чел продал, кстати. О, у него скоро будет следующий левел. Ой, обычные таурены к нам пошли. Так, ну вот эти надо должны идти чинить Андрея. Мы опять их просто накормим сейчас. На еще одни черных. Я буду забивать все просто вот так вот. О, это хорошая мысль. Тут все дохнет. И таурены, и нет таурены. Ой, блин, нага эта вонючая приперла. Она же еще замок очень жестко дамажит. А-а-а! Блин, я почти успел. Ну, блин, я нагу накормил. О, у меня есть черные дряды. Отлично. Тут звонит, блин, писец. В субботу кому надо? Пошли нафиг вообще. Так, а что черные дряды-то сильные, не? А зачем он нагу лечит? Знаю. Наверное, думают, что... Блин, а чш... Пец, а чё она такая непробиваемая? Чё купила вообще? А, ну она купила этот... Лайф и армор увеличивает и уменьшает спелл дэмэдж. Вот надо было мне такую тему купить. Да её просто не убить, короче. Короче, я буду заливать все это дело. Блин, главное, чтобы он нагу не лечил. Все будет вообще круто. Он лечит ее, но зачем? Я напишу, что она вражеская. Вот, Асфорс бежит. Трактор вонючий. Да, убил футмена. Вот я говорил про новую школу, блин, а играют трактором моим любимым. А что, у тебя до сих пор эти, блин, уязвимые к магии, чуваки? Про футменов? Нет, про волков. Ты видел, я его зажал своими собаками? Видел. Мне даже нечего заливать особо. Короче,
Надо было сразу потеть, потеть. А я так вначале заливал хорошо, но думаю, что меня тут вообще не победить, так что что мне напрягаться-то? Типа городы делай, не знаю, может у нас когда будет дряда с атакой в 50. Блин, этот феникс вонючий летает. Ненавижу феникса. Кстати, я 3000 с одного залива получил. Либо это мне чел скинул. Это я скинул. А, черт. Офигеть, он хиляет. Я теперь понял, как Нага жила. Он просто 1 000 000 хп хиляет. Так да. Я думал, Наги легенд типа крутой. Ну, она купила артефакт так-то, но... И, видимо, ему тоже денег скинул, чтобы лечил. Ну, он мне скинул больше, по крайней мере. Ну, зато если... Да ладно, все. Если ему скинули, то получается, он мне скинул. Он же все мне скинул, так все нормально. Деньги все пошли на пользу. Какой у нас план на победу? Ну, надо черных коней каких-нибудь сделать, там, я не знаю. А зачем мы делали черных дриад? Ну, в смысле... Не знаю. Или еще, типа, ты имеешь в виду? Еще. А, ну. Очень должно быть хорошо. Да, ой, что-то там движуха какая-то пошла. Дайте залить. Блин, меня бы он сейчас похилял, было бы круто, но нет, он меня не хиляет. Ну похиляешь ты меня, ну я же не нага. А, ну я не нага. Не, ну вообще он хорошо меня хилял, я, конечно, зря там стебусь над ним, но... Да, что-то дриады все равно не тащат особо. Не, ну конечно, уронов-то я раскидал меньшее количество, не черных, но... 7-9 грейда, кстати, зачем-то. Так, ну главное, чтобы он его сейчас не хилял. Офигеть, ну он что-то вообще не пробивается, чувак. Блин, этот вихрь очень сильно бьет. Да. О, началось. Че, он ее хиляет, что ли? Нет. Хорошо. Дирижабль там полетел какой-то. Что-то такое, дирижабль просто полетел. Ничего не понял, но ладно. Ты подхил там. А там нет грейдов на это, на дальность атаки? У меня есть. Может ты... Сделаешь такую дали, чтобы типа мы отсюда из дома стреляли по ним. Ну я вот прямо в данный момент грыжу дальность атаки, но я боюсь, что твой план мало осуществляемый. А, блин! Я ищу типа, знаешь, хоть какие-то варианты на победу. Так чё? Я вот вообще очень сильно дезориентирован тем, что другая графика, вообще другое все происходящее. Ну, хоть не знаю, смотри, ну очень силен свиток воскрешения. Сейчас я посмотрю, есть ли он тут. Свиток воскрешения. Так, он есть. 50 воскрешает чувачков. И свиток 100% к бонусной атаке, тоже очень хорош. Дрэгон, он потихоньку орков грейдит. Перестрелка какая-то. Так это нас, по-моему, идут это сносить. Ну, не знаю. Это предположение. Ну, видишь, я... Ну, я он убил... А, блин, не убил. Ну, одного убил, ладно. Ладно, я хоть волков успели смерть отправил. А ты сдох, что ли? Да. Так у них вон атаки, смотри, сколько. 5, а у меня сколько? Нет, у них вон 10 или эти... А, да задолбали меня убивать. Ну, ладно, такие же почти.
У них дряды 10-3, типа они много бьют. 5-3 же у них дряды. Ты не ту какую-то выделил. У них все 5-3. Да вон сверху 10-3. У Меркулуса. Не знаю, где ты нашел такое? Ладно. Ну, серьезно, я вот могу заскринить. Давай, скрин. Ну, это, может, мои. У меня 9-1, если что. 6-3 у них. Да, не... ну, короче, ладно. Меньше надо принимать. Офигеть, вы что, отдали, что ли? Ёперный театр. У меня рабочие друг друга чинят. Что, рабочие могут чинить друг друга? Блин, а я иду, а вы бы сказали, что отдаете хотя бы, я что-то вообще да, не видел. Видел бы ты, как это быстро было. Я бы сказал. Я скрин в этот момент делал. Сделал скрин, а у меня уже базы нет. Видишь, какая. У меня 13 тысяч есть за этого. Ну я жив, чё? Ну ладно, делай коней. Ты же хотел коней. Смотри, типа, у тебя наплодил зряд нормально. Дальше плоди коней. И чисто один, да, фигарить. Посмотри, может там есть какая-нибудь суперсильная башня? А, у тебя не осталось башни. А есть башня вообще? Ну, блин, у тебя же рабочие есть. Мы не должны что-то строить. Тут что-то плохо. Тут нет свитка победы? Нет. А, меня десинкнуло. Вылетело. Я ушел непобежденным. Всех вылетело? Отлично, да, ничья, это очевидно. Ну да, не, ну тут я почти выиграл. Да, кстати, у меня на видосе табличка не прогрузилась. Ну ладно, пока... А, блин, я из нее вышел уже. Ну, ребят, видите, вообще как-то сложно очень ориентироваться в этом месиве. В любом случае, конечно, осталось человек 9, наверное, из 24. Ну, для меня, человека, привыкшего побеждать в футменах, конечно, это стыдно. Ну, что делать? Хотя бы. Я тебе, кстати, 6350 скинул. Я и вышел из таблички, чтобы не смотреть на это. А, то есть ты теперь будешь от меня требовать какой-то следующей карте, да? Чтобы я тебе схожий финансы... Не, ну, просто на всякий случай, как бы, когда я буду грейдить, чтобы, знаешь, ты же тоже что-нибудь отправлял. А я 6350 тебе скину, и все. И это... кто у нас был этим? Синенький даже, да, был? Чего? Ну, продавальщиком. Продавальщиком, Dragon, подписчик. А, ну ладно. Тогда да не, он, походу он не особо хилил нагу. Так он даже... Он много скинул, он молодец. Да, 13 тысяч. Вот, он скинул черных дриад, лол. Ладно, друзья, всем пока.